Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Building Towers. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если вдруг у вас нету чита на эмулятор Android, то переходим во вкладку Exploits и скачиваем этот эмулятор, то есть чит, на эмулятор Android, то есть сюда. А дальше давайте пока зайдем в игру, пока будет заходить. После того, как вы его скачали, установили этот чит на эмулятор Android, дальше в поиске пишем нужный нам режим, то есть Build Towers, нажимаем поиск. И вот, как видите, находится нужный нам скрипт. А чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Дальше смотрим, зашло в игру или нет. Да, зашло. Отлично. Так. Дальше. Нажимаем вот на эту стрелочку в чите. И нажимаем кнопочку Execute Clipboard. Нажимаем. Дальше сворачиваем чит. И как видите, у нас появился скрипт. То есть он у нас активировался. Отлично. Так, мы его открываем. Функций, в принципе, здесь немного. И самое главное, все рабочие. Так, давайте тестить. Первая функция — это Coins Farm. Включаем эту функцию и смотрим, что происходит. Как видите, скрипт автоматически за меня начинает фармить эти монеты. Как я понял, у него есть небольшой кулдаун. То есть, допустим, он начисляет монеты, и где-то через 5-10 секунд он опять начисляет. То есть, задержка есть. Дальше автофлор. Включаем, смотрим. Да, как видите, тоже работает. Это получается автопокупка этажей. То есть мы сейчас строим с вами небоскреб, чтобы он был выше. То есть эта функция отвечает за постройку этажей. Дальше автореберст, но на реберст у меня, скорее всего, не хватит. Да, на реберст у меня не хватает и, в принципе, довольно долго копить, так что показать не смогу. Но эта функция 100% тоже работает. Так, и последняя оставшаяся функция — это Claim Gifts. Мы ее включаем. И, как видите, автоматически за нас скрипт собрал все награды. Награда находится у нас вот здесь. То есть по истечению какого-то времени мы можем забрать с вами какую-то награду. И скрипт это делает автоматически за нас. В принципе, у меня на этом все. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи и пока.